Основные культуры, которые мы выращиваем для ресторанов, ритейлов и так далее, это горох, подсолнух, кинза, клевер, кейл, брокколи, редиски и красная капуста. Все культуры растут у нас в кокосовом субстрате, да, и стоят вот на каналах, куда автоматически там 2-3 раза в день подается вода. Больше всего на нашей ферме мы выращиваем подсолнуха, гороха и редисов. Почему эти культуры? Объясню. Потому что эти культуры, а, хорошо хранятся, б, они обожаемые всеми, начиная от детей, заканчивая пенсионерами. Ну и С, они более понятные для аудитории. То есть, когда мы рассказываем людям, что у нас есть, допустим, кейл или кинза, это как будто бы что-то неместное. Но флари-сарилу, мазари и редики знают все. А в основном салаты делают из подсолнуха, гороха, редиски и по вкусу добавляют там руколу или горчицу, там кому уже что нравится. Мы поехали в Штаты, увидели там бэби-лист. У нас в ресторане очень активно использовался именно бэби-лист. Мы не работали ни с крупным салатом, ни с чем. Бэби-лист у нас был шпинат, валерьяна, руккола. И мне понравилась эта тема вообще. Я приехал в нашу страну. У нас кроме помидор, огурцов, ну вспомни 5 лет назад. 5 лет назад вообще ничего не было. Там найти фенхель зеленый, это было что-то из рода фантастики. Поняли, что этого листа нет. Начали копаться в интернете просто для себя сначала. То есть не было задумки сразу давай делать, он просто понравился. Мы начали рыться и нашли, короче, микрозелень. То есть искали бэби-лист, а нашли микрозелень. Получается, ты садишь семена, из них выходит корень. Это называется проростки, джермин на румынском. Потом этот корень уходит в землю, появляется росток до появления третьего листа. Это микрогрин, микрозелень. Потом дальше идет после появления первых двух пар листьев, это бэби-лист. Ну и дальше это большое растение. Вот у нас есть кассета субстрата. Вот мы сегодня только с ребятами засадили. Вот так это все выравнивается. Потом сверху засыпаются семена. Все наши кассеты по засеву не стандартизированы. У нас есть количество семян на каждую кассету. Поэтому выход готовой зелени с каждой кассеты практически всегда одинаковый. Это очень важно. Поставили все это дело под пресс, да, в нашу комнату проращивания или на стеллаж проращивания. Вот через 2-3 дня получаются ростки. Вот такие росточки появились, какие-то семечки не проросли. Все, мы потом это водичкой проливаем, ставим на стеллаж под свет. Через 4-5 дней вот получается вот такая кассетка. Все, вот видите, вот есть на дне тут тоже семечки, которые не проросли, они там все, они уже пойдут на компост после среза. То, что выросло, мы ставим под свет 4, 5, 6 день. И вот на 7-8 день получается вот такая кассета грина, редис санго. Мы как бы хотели найти бэби-лист, нашли микрозелень, нам это понравилось, мы купили несколько семян у нас на рынке, вырастили дома, съели, офигели, вкусно, классно, надо делать. Мы начали это дома делать на гладильной доске, все росло классно, мы угощали друзей, потом друзья такие, все, хватит угощать, давайте будем покупать. Мы начали им выращивать, потом взяли, вытянули все вещи, знаешь, в старых квартирах эти кладовки такие, заходишь в дом, и с правой стороны такая кладовка, и рядом душ. Ну, мы в этой кладовке полки поставили, начали выращивать для них. Придумали бренд, сыграли свадьбу, улетели на Бали, прилетели с Бали. Я открыл СРЛ-ку, сняли помещение, я уволился с работы. Ну и все, и понеслась. У нас сначала было, когда мы начинали, 25 видов микрозелени. У нас было реально много, мы экспериментировали, мы хотели дать много ресторанам. Но мы поняли, что огромный ассортимент поддерживать просто нет никакого смысла. Нужно дать людям ясную, понятную зелень круглый год на прилавках магазинов, в ресторанах. Все, это не хайп, это не какой-то фьюжн, это полезный продукт, который мы выращиваем круглый год, и он всегда есть в доступе. Почему микрозелень супер полезная? Все витамины, все самое основополагающее, как и в ребенке, вырабатывается в короткий период, там в первые, даже есть такая теория, что в детях там первые 3 года вырабатывается какое-то вещество в крови, в организме, которое останавливает старение, да? То есть также и в растении. У растений, естественно, цикл жизни меньше, и вот в первые 14 дней там творится просто природная магия. Оно для роста просто синтезирует, оно не просто втягивает или выдает, оно синтезирует огромное количество полезных веществ. До аудитории огромные люди, у которых есть проблемы с пищеварительной системой, диабетики, дети, которые не хотят есть обычную зелень, едят нашу зелень.
дедушки, бабушки, которые не хотят перенагружать свою пищеварительную систему, спортсмены, девочки, которые следят за питанием, люди, которые любят покушать после 6. Пожалуйста, отличный салат. Срезал кассету подсолнуха, залил маслом, вперед тебе. Вот так после 6 хватит, и до утра будешь прям в экстазе. Человек, который производит хлеб и не ест свой хлеб, мне кажется, это показатель качества. Или человек, который производит сосиски, а своим детям их не покупает. Я не говорю, что он покупает самые бюджетные, вообще продукцию. Это как-то дает о себе, дает понимание о качестве продукта. То я знаю, как ее производят, кто ее тут садит, как мы ее выращиваем. И, соответственно, я и ем. Ее есть я, моя семья, все наши бабушки, дедушки, когда мы с ним ездим. Мы на ультрамарафоне были, всем раздавали, ребята ели прямо в автобусе там. И, то есть я доверяю своему продукту на 1000000%.